Детский сад Бетхэм, Спрингл, продолжаем мынить Бубу. Бля, здесь все треугольника даже нет. А, вижу Сурва. Он меня, наверное, тоже видит. Быстро продал. Ну-ка, забайте на ка. А, не получится. Тихо. Она еще раз в окно прыгнет. Она будет его до последнего держать. Ну, я ей хит-то дам просто. Молодец. Ресурсы карта не тратит. Вернее, тратит, но очень грамотно, как и должен Сурф тратить. Интересно, могу ли я ее обмануть? Вот хорошо. Минус сейвовая палета. Нэнти. Это минус еще одна сейвовая палета. Это вообще замечательно. И что дальше? Блять, руин спилили. Да, руин рано выпилили, это плохо. Но по сути я забрал здесь сейвовые палеты, блять, уже. Вот сука, они и заводят, и тотемы ломают, боже. Слава богу, хоть этот суп еще не вылечился. Кто-то здесь сундук обыскал, потенциально здесь кто-то еще может быть. Ну, стоит об этом помнить. А, вот и суп полечился. Да. Чувачок, есть кто-нибудь интересный? Нет, все, возвращаемся назад. Хотя вот эти три геника, кстати, в принципе, можно запатрулить. Не уходить отсюда бессмысленно. Они могут ту часть канты, карты просто вычинивать. Я знаю, что здесь кто-то был. Здесь сундук открыт, кто-то здесь есть. Вон они там заводят. Ну, я к ним не пойду. Ждем второй стадии минимум. Это что, размениваем? А то и Нэнси тоже выпилим. О, привет. Нет, не переживай, я за тобой не пойду. Молодцы. Сейчас тихо. Где вторая? Ну куда она испарилась? Ну и ладно, она. О, она выпилилась. Интересно. Спринт до последнего. Спринт выжидает. Бред, я пробил. Ну ладно. Типичная помойка ДБД. Я потерял каким-то образом Bloodlust. Чего, блядь? Ну, у них сейчас не останется шансов, они сейчас вычинят там последний денег на той части карты и все. Ты чё? Где я? Я знаю, что ты опять в окно прыгнешь. Бредово получилось, я не хотел так связаться. Чел, ты же понимаешь, что ты вынуждаешь меня здесь оставаться? В принципе, мы можем остаться на земле. Да, и пойти сейчас вон, там где геник завелся. Надеюсь, стояка у нее не будет. Без BBQ мы не узнаем, куда она пошла. Но с этой стороны ее не видно, она скорее всего где-то у дома. Мне кажется, Нэнси стояком станет. Или они просто в пати решили разменяться, типа, она упадет, и это потом станет. Ну, я же говорю, пати. Минимум двое. Все равно на паблике соло никогда так не делают, абсолютно никогда. По моим роликам это понятно и так.
Так наша задача ёбнуть Нэнси по возможности. Эй! А. Я не понял. Брат, иди сюда, ты помойная. О, здесь люк. Я не верю, что у нее так долго осколок может быть. Это какая-то хрень. Так, ну они оба... Ну это в пати. Два дружка в шкафчике прыгают. Так, окей, она туда убежала. Все, мне не нужно за ней бегать. У меня есть инфа по люку. А вот и третий. Я до последнего держал, думал, хватит времени, чтобы распилить, но не повезло. Возвращаемся назад и можем повалить ее подружку, наверное. Или не можем. Нет, не можем. Хорошо. Блин, неужели они втроем в пати? Господи. Окей, они не чинят, побежали за Фенг. Где она? А. Есть телепорт. Там, где упала, блядь, поднять нельзя. Хуй знает, с какого патча баг до сих пор не пофиксили. Так, я несу ее на этот же крюк. Если они спилят, то это, конечно, КГ. Тихо-тихо-тихо, она сейчас спринтанет. Блять, конечно, уебище с Дэдхардом, кто бы сам... Ебаная апатия, блять, господи. Так, подбираем. Изи. Интересно, их трое в пати или двое? Ну двое точно. Вот этот чел на Шерил и который на Нэнси. А вот насчет Фенг не знаю. Ну, это, опять же, грамотно отыграл треугольником. Но если бы они не оставили мне здесь три генера в ряд, то я бы ничего не сделал. Я еще успею соточку заработать. Да. Отлично. Осколок, 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 осколок. Четыре. Один адрик. Стоячок. Ну да, она единственная встала.